человек погибло при пожаре? 12. 12. А почему могил 11? Куда подевался еще один покойник? Несмотря на твое несогласие, бабушка, моя женитьба на Милине состоится. Упрямишься. Я тебя настоятельно прошу этого не делать. Хочу напомнить, что пока еще обладаю достаточной властью, чтобы в этом доме все поступали так, как велю я. А мне кажется, что это просто каприз. Называй как хочешь. Но будь уверен, пока я жива, эта женщина не сделает по-своему. Что бы ты ни говорила, мы все равно поженимся. Если ты это сделаешь, ты мне больше не внук. Не думаю, что будет именно так. Мы ведь одной крови, а этого не изменишь. Если ты женишься на ней, можешь отправляться в другое место, потому что в этом доме места для тебя не будет. Вот, Фабио, я нашла. Хорошо, Мерседес. Это вещи папы, о которых я говорил. Да-да, я понял. Надеюсь, это тебе поможет. Спасибо, обещаю, что все верну очень скоро. Ты можешь прямо сейчас посмотреть. Хорошо. Извини, бабушка. Зачем Фабио понадобились бумаги Адольфа? Он хочет побольше узнать о семье, ведь его так долго не было. А при чем тут твой отец? Фабио считает, что ему полезно узнать и о тех, кто здесь работал. И поскольку папа столько лет был с вами, если он хочет узнать о твоем отце, он может расспросить тебя. Да, но он хочет узнать не только о папе. Его интересует Хасинта Риверос. Она тоже много лет проработала в доме. Да, я ее помню. Хотя смутно. Интересно, что именно мой внук хочет узнать о Хасинте Риверос? Готово. Посмотри, какая красота. Пальчики оближешь. Угощайся, специально для тебя. Впечатляет. Поем и сразу пойду, не хочу тебя компрометировать. О чем ты? Компрометировать меня? Ты что, спятил? Ты знаешь, что я прав. Как давно сюда полиция не заявляется? С тех пор, как ты ушел. Вот видишь. Давай не будем о грустном. Лучше поедим, спокойно. Но быстро. Хорошо. Яго, посмотри, кого я тебе привел. Огонек. Ты, кстати, рад вас всех видеть. Садись за стол. Спасибо. Еды на всех хватит. Нет-нет, я на ужин не останусь. Попробуй. Нет, я узнал, что Яго здесь, поэтому и пришел. У меня плохие новости. Что случилось? Марина сообщила мне нечто, что мне совсем не понравилось. Нет, нет, не продолжай. Я же раскаялся и написал ей письмо, попросил прощения. Нет, нет, я не об этом. Марина сказала мне, что Фрага виделся с Ренсо и не узнал его. Не может быть, как это не узнал? Как не узнал? Не узнал. Он не понял, что это Ренсо выдает себя за Фабио Сиренио. Постой, подожди, оставь его. Куда он? Что вы хотите со мной делать? Скоро узнаешь, Чино. Зачем меня сюда привели? Вы нарушаете права человека. Мы не сделаем тебе больно. Ну же, малыш, будь умницей. Давай, давай. Приступайте, доктор. Мы рождены, чтобы быть вместе. Я люблю тебя. Яго, это твой папа. Си? Да. Помешала? Нет. Я беспокоюсь. Ты ничего не съела. У меня нет аппетита. К тому же мне хотелось поболтать с моим сыночком. А где Том? Не знаю, мама.
Я не знаю и не хочу знать, где он и что делает. Меня волнует только этот ангелочек. Понимаешь? Ты его уже укладываешь? Нет, похоже, он не хочет спать. Никак не хочет. Его не уложить. Я вас оставлю, может, тогда получится. Хорошо, я еще спущусь. Хочу зайти к Альду. Я могу вас поцеловать? Конечно. Пока. Засыпай, Ягу. Спи, мой Ягу. Хлам какой-то, ничего нет. Это не хлам. Нет, хлам. Мы все перерыли, здесь ничего нет. Перестань. Тут есть кое-что полезное. Мелина, что с тобой? Ты взвинчена. У нас уже есть имя, а это немало. Бабушка, что ты здесь делаешь? Я думал, ты спишь, уже поздно. Что вы хотите выяснить о Хасинте Риверос? Вы что-то замышляете у меня за спиной и сейчас скажете, что именно. Он уже под гипнозом? Да, можете спрашивать. Что произошло той ночью на острове Чино? Мне поручили выяснить, находится ли в могиле Яго Вальдес. Я дошел до сгоревшей хижины и стал копать. И Яго там не оказалось. Нет. Там был я. По моему лицу ползали черви. Они хотели съесть мой мозг. Спокойно, спокойно. Ты вне опасности. Все хорошо. Кто приказал тебе похитить Яго Вальдеса и убить Адольфа Чавеса? Мне приказал мой шеф. Альдо Сиренио. Папа? Папа? Привет. Я ложусь спать и зашла пожелать тебе спокойной ночи. Доброй ночи. Фабио Сиренио, самозванец. Вот это да. Кто это? Просто не верится. Лично явился. Это похоже на кино, которое я где-то видел. Оно называлось «Возвращение живых мертвецов».